С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 11 февраля, Всемирный день больного, учрежден по предложению Папы Римского Иоанна Павла II в мае 1992 года. Отмечается католиками в день Лурдской Богоматери. А те, кто появился на свет в этот день, 1800 год, в этот мир приходит Анна Керн, мемуаристка, современница Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворение великого поэта, которое сделало из Анны настоящую легенду, навсегда осталось в русской литературе. «Я помню чудное мгновение, и сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь». 1847 год. Томас Алва Эдисон рождается. Крупнейший американский изобретатель и предприниматель, организатор и руководитель первой американской промышленной исследовательской лаборатории. Автор более 1000 изобретений. Кроме фотографии, он больше всего известен изобретением электрической лампочки в 1879 году. А в 1875-м родился Василий Качалов, актер МХАТа, народный артист СССР. В 1894-м Виталий Валентинович Бианки, писатель, автор книг о природе. А в 1902 году Любовь Петровна Орлова, знаменитая советская актриса. Играла на сцене музыкального театра имени Немировича Данченко, театра Моссовета. Снималась в музыкальных комедиях режиссера Александрова. «Веселые ребята», «Цирк», «Весна», «Волга», «Волга». Лауреат Госпремии СССР. В 1917 году появляется на свет Татьяна Ниловна Яблонская, живописец, народный художник СССР. А в 1918 Александр Солженицын, писатель, лауреат Нобелевской премии. 1926 год. В этот мир приходит Лесли Нильсон, американский комедийный киноактер. С пистолетом наголо «Аэроплан». Фильмы, я думаю, известные всем. В 1938 году появляются на свет братья Борис Александрович и Евгений Александрович Майоровы. Хоккеисты, чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Заслуженные мастера спорта СССР. События этого дня. 1826 год. Впервые в мире русским математиком Лобачевским публично докладывается о рождении новой геометрии, которая получит название неевклидовой. Доклад на заседании отделения физико-математических наук Казанского университета называется «Сжатое изложение основ геометрии со строгим доказательством теории о параллельных линиях». 1929 год. Между итальянским государством и Ватиканом подписываются соглашения. Они признают образование на территории Рима суверенного государства Ватикан. Финансовые отношения сторон, права и привилегии католической церкви в Италии. 1945 год. Завершает свою работу Крымская конференция Большой Тройки, на которой принимается план послевоенного устройства Европы. А в 1979 году в результате исламской революции в Иране происходит падение шахского режима. 1990 год. Нельсон Мандела выходит на свободу после 27 лет заключения. Начинается распад политической системы апартеида. 2018 год. Катастрофа пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Погибает 71 человек. Ну и последнее. 1697 год. Петр I разрешает продажу табака в России. Родиной табака считается Америка. Местные индейцы, хотя и курили его, главным образом применяли как лекарственное средство. Листьями лечили раны и нагноения. После открытия Америки Колумбом в 15 веке табак появляется в Испании, Португалии, затем во Франции. В Россию его завозят в 17 веке польские и английские купцы. В период царствования Михаила Федоровича, если вас уличили в курении, то в первый раз могли наказать 60 ударами палок по стопам. Во второй раз отрезали нос или уши. Петр же всячески склонял к курению своих приближенных и разрешил свободный ввоз табака из-за границы, наложив, правда, на него высокую пошлину. Тогда же были основаны первые табачные фабрики, однако на Руси вплоть до 20 века курение в обществе считалось неприличным. Лишь позже оно широко распространилось по России. Сегодня в стране число курящих мужчин медленно, но сокращается, а вот женщин растет. И очень печально, что к 11 классу в школах курит около половины мальчиков и четверть девочек. Я сам курил 20 лет.
и много, но сумел бросить эту привычку. Трудно, но избавился. А вы что, слабее меня? С вами Николай Пименко в проекте «Дата».